Привет всем! Вы на канале Просто Детки, и у нас продолжение обзора Шарарама. Так, что мне здесь хотят предложить? Купить что-то? Нет, спасибочки. А нам сегодня нужно выручить жар-птицу. Ну и дать отпор привидениям. А что выбираем? А давайте, пожалуй, выручим жар-птицу. А привидениям мы уже давали отпор. Множество раз, но они все лезут и лезут, появляются откуда-то. Так что они подождут, ничего с ними не случится. А, итак, вот в прошлый раз мы в лабиринт ходили, здесь же в лесу жар-птица сидит. А, злая ведьма ощипала мои прекрасные перышки. Вот одно осталось, вижу, можно я возьму? А все равно тебе не хватит. А, без них я не могу взлететь. А, вернешь Пете, а я тебе щедро вознагражу. Что делать, подскажет, конечно же, иконка. А, итак, ветер унес перья в разные места Шарарама. Найди перышко для жар-птицы и получи в подарок. А вот такая вот прическа жара, кстати, для девочек, да? А, и спутник жар-птица. Но спутник это уже поинтереснее как-то. Ну, можно, конечно, купить за румбики. У меня вот один есть. А можно ходить искать, да? Ну ладно. Буду искать, пробовать. А, кстати, некоторые вот уже с этими птицами летают, смотрите. Когда они успели их собрать? Либо за румбики купили эти перышки. А, либо не знаю, что так часто они появляются. Я пока вот уже половину локации обошел, перышка не встретил. О, смотрите, нашел одно. Вот оно такое яркое. То есть если я его встречу где-то, я его как бы не должен пропустить, да? Молодец, найди другие перышки. Я уже боялся, что бывает такое, что у меня вот вообще ни одного не получается найти. А, дело пошло, вот еще одно перышко. Отлично, у меня их уже два. А, так что думаю, реально себе собрать спутника там за несколько дней. А, ну, как бы все, на этом именно задание с жар-птицей на сегодня для меня завершено. Будем давать отпор привидениям все-таки. А Шарарам атакует привидение, агент. Дай им отпор. И получи подарок, такую вот маечку. Ну, конечно, не по сезону одежка, но ничего. А на следующий вот будет... будет что одеть? Новенького, да? Ну что, рассказывай. А в Ромашковой долине появились привидения. Агент, помоги разобраться с этим делом. А, привидения? Да пара пустяков, выкладывай, что знаешь. А местные жители жалуются, что по ночам их пугают привидения. Поговори с жителями, а я пока продолжу собирать информацию об этом деле. Так, а где у нас жители? Раз, два, всего два места. Ладно, идем в Ромашковую долину. Житель, привет. А, я так боюсь, оно до сих пор там и не уходит из моего дома. Я не могу спать и есть, я дергаюсь от каждого шороха. Надо что-то делать. А, успокойся, все хорошо, что там, что случилось? А, привидение, я запер его в своем домике, а я больше не могу находиться там, пожалуйста, помоги мне избавиться от призрака. Хорошо, я посмотрю, что можно сделать, ты главное не нервничай. А, спасибо, я уже потерял надежду, а что мне кто-то поможет? Так, вот ключик у нас есть, да? Можем нажать сначала на дверь, нет? Нужно положить его сюда. А теперь отсюда, сюда, вот. Открыли дверь. Ну что, нужно туда идти? Или не нужно? Увидеть все своими глазами. Так, ну здесь я помню, что нужно просто на свои места все поставить, да? Только где эти места, я уже не помню. Так, кресло. Вот, наконец-то. Это украшение. А, вот тень от слоника. Это вот ваза. Вот, кстати, части... картины. Вот столик здесь стоять должен. Так, а это вот здесь. Ну вот, диванчик. А, вон там следы от него. Чуть дальше нужно было. А я его ближе просто пытался поставить. Так, вот кусочки этого рисунка. Хотел сказать, картины. На картину это не очень похоже. Так, там паутина везде. Ужас. Это надпись какая-то, вот, да?
Сос, наверное, там и так далее, да? Помогите. Так, кресло, вот оно. Граммофон этот тоже на месте. Еще кусочек рисунка. И еще, сколько их всего должно быть, я не помню. А давайте сейчас узнаем. Сложим то, что у нас уже имеется. Вот так. И вот так. Осталось три кусочка. Ой, почему? Что не так? Это сюда. Ну вот, я ж сюда ставил. Вот. Отлично, все собрал. Отправляйся на маяк. Хорошо. Никогда бы не догадался сам. Так, то есть нам нужно сразу идти на маяк, да, в порт? Хорошо, а что на маяке? Эй, турист, ты мне что-то скажешь? О, кстати, вот. Тут всякие запчасти валяются. Я, наверное, их пока брать не могу. Ладно, нам сказали идти... Да, не могу вообще брать. Нам сказали на маяк, значит, на маяк. Вот он. Опять надпись везде. Так. Ой. Растяпа. Уже сколько раз у тебя не улетали, это все равно. Не можешь их держать, когда открываешь. Отчет о научной экспедиции и ее сенсационных результатах. Это невероятно. Мы были в научной экспедиции и нашли нечто удивительное. Старинный пиратский... Пиратский может быть что? Клей пиратский. Прикольно. Нет, наверное, пиратский флаг, да? Так, а здесь у нас что? Не открывается дверка. Чтобы отремонтировать, поменять лампочку. Нужно будет подождать. Так, ну у нас разлетелись везде эти вот страницы. Надо бы их как-то поискать. Где их можно искать? Ну, допустим, в Ромашковой долине. Начнем. Вот листок лежит один. Отлично. А дальше у нас появилась почта уже. Интересно, там листки есть? Да, вот тоже лежит. Еще один листок. Так, робот, мне пока с тобой не о чем разговаривать. Штаб-квартира где наша? Странно, не вижу. Штаб-квартира спряталась. Так, ну здесь я сейчас пройдусь по берегу. Может, здесь тоже листок есть? А может, я уже те, которые нужны, нашел? Я просто не помню, их два или три должно быть. Все время путаюсь. Ну-ка. Нет. Нет здесь больше никаких листков. Значит, хватит мне и два. Опа. Скорее на маяк. Открываем эту книженцию или судовой журнал. Так, клей. Нет, клей нам нужно вот сюда, да? Точно. Вот так. И вклеиваем. Все, можем читать. И удивительно, нашли нечто. Старинный пиратский корабль. Я думал, клад. А он сохранился практически в идеальном состоянии, несмотря на воздействие воды и времени. А ныряльщики подняли со дна старинный сундук, а весь покрытый тиной и водорослями. Мы открыли его и обнаружили настоящие сокровища. Золото и бриллианты. Целое состояние. А мы были счастливы, пока на борту не начали происходить необъяснимые явления. Кто-то из моряков поговаривает, что видел привидения. Настроение в команде быстро ухудшается, а вчера вышел из строя двигатель корабля. Мы были вынуждены остановиться около маяка. Моряки утверждают, что неладное творится из-за проклятых сокровищ, и их нужно загрузить на сушу. Тогда призраки успокоятся. А мы спрятали старинный сундук в горной пещере, путь к которой указал маяк. И случилось чудо, двигатель заработал. Оказывается, сундук был проклят. Если кто-то захочет найти его, он должен зажечь лампочку на маяке. Тогда свет маяка укажет путь к пещере. Так. Теперь вот нам нужно маяк зажечь. Лампочка перегорела. Замени ее, чтобы зажечь свет на маяке. Лампочку. Старую.
убираем, идем на почту. И у нашего помощника-робота заказываем новую. Посетитель, робот, работник приветствует посетителя. А что робот может для вас сделать? А что работник может для вас сделать? А мне нужна новая лампочка для маяка. И как можно скорее. Допустимая операция. Роботу, работнику нужен образец доставляемого товара. Пожалуйста. А, возьмите новую лампочку. Спасибо, что воспользовались услугами почты. Да, пожалуйста, за оперативность. Вот бы у нас так почта работала быстро. Пока с ними разговариваешь, да, уж заказ сделаешь раз уже. В общем. И доставили то, что нужно, то, что ты заказывал. Так, лампочка у нас есть. Прожектор есть. Включаем. Спускаемся опять сюда, в порт. Теперь я могу брать запчасти? Нет, не могу, смотрите. Теперь я могу посмотреть на маяк. Он показывает с одной стороны на кран, а с другой стороны на пещеру, в которую мы сейчас пойдем. Вот она. Ух ты. А что можно делать? Нужно расшифровывать. Ого, я уже забыл, что здесь написано. А, так я каждую букву не переводил, так по смыслу написал. А верните сокровища на корабль, и проклятие покинет вас. Может, там на какой-то букве ошибся? Сейчас узнаем. Неверно, да, значит, нужно чуть-чуть поменять что-то. Какую-то буковку где-то. А, я неправильно написал. Проклятие. А я там непонятно, что написал. Что такое? А, ой. Проклятие покинет вас. О, наконец-то. А то ошибся, на клавиатуру не так нажал. И все. Так, берем сундук. Уже неверно расшифровано. Думал, заново приводить придется. Так, теперь можем из пещеры просто выйти. Без карты. Нет, не можем. А придется возвращаться в порт. Через карту. А, привет, я только что вернулся из отпуска. Там было так круто, волны. А, не хотелось бы прерывать твой увлекательный рассказ, но мне нужен гидрокостюм и как можно скорее. О, извини, друг, не хотел задерживать. Так, где гидрокостюм? Не понял. Так, я могу взять, кстати, топливо. Могу взять... Там даже не знаю, что такое. Не присматривался. А, вот же, прям перед носом у меня гидрокостюм. Отлично. Здесь вот валяется движок от лодки. Тоже сгодится. Теперь бегом идем к этому катеру. Почини катер и отправляйся возвращать сокровища. Для начала его, наверное, опустить нужно или все-таки починить? Наверное, починить. Ставим движок. А, так, это, наверное... Вот, топливная это... Да, топливная... От топливной системы. В общем, шланг. А, заправляем. В бак. Топливо идет по шланге к двигателю. С бака. Ну, можно опускать, я думаю. Готово. Так, ну и что теперь? Отправляемся возвращать сокровища. Поплыли. Тут недолго. Пару этих обломков, и мы на месте. Так, ну что, спускаемся или нужно надеть сначала костюм? А, он сам, наверное, у нас автоматом наденется, да? Да, автоматом у нас есть. Так, а нам теперь нужно эту решетку открыть как-то. Я уже не помню, как это делается. О, слушайте. Нет, не так.
Нет. О. По-моему, правильно. Можно туда сундук поставить, да? Хорошо. Арр. Спасибо, храбрец. Ты помог нам обрести покой. Я дарю тебе футболку призрак и медаль на личную карточку. Пожалуйста, не такой души страшный. Я с тобой даже подружил, да? То есть на карту мы уже выйти не можем. Квест у нас завершен. Не, не хочу. Хватит с меня одного раза призраков. Так, ну, вот как-то так, наверное. А сегодня яркие наряды я уже, кстати, покупал. Вот у меня даже там осталось что-то из них. Что я там брал? Вот эти вот крутые кроссовки. И, кстати, вот этот фон тоже я там, по-моему, брал. Надо сходить глянуть, то я туда зашел, обновление было без этого, ну, без каких-то интересных квестов, поэтому я его как бы не стал записывать. Просто скупился в магазине, все, и вышел. Так, вот, здесь наряды. Да, получается, тут счастливая толстовка. А, кеды тоже счастливые, все счастливое, и прическа счастливые, кудри. А, вот этот фон я купил за 7 рубиков. А, кстати, вот эти кроссовки вообще классные, причем за смешинки. А, очки вот эти вообще классные, такие вот в стиль с этими кроссовками, да? Тоже такие вот переливания, такое вот неоновое. Вообще, одни из, наверное, самых красивых очков будут. А, прикольно. Ну, как бы прическа, тоже ничего, но румбика уже не хватает. Я, по-моему, что-то еще там покупал за румбики. А вот фон, или фон не здесь был, и тренч. В общем, хорошие предметы, причем не все, как бы вот, даже за румбики, за хорошие вот есть вещи за смешинки. Так, ну ладно, сейчас не об этом. А я, наверное, схожу в клуб, почитаю ваши сообщения, давно не читал. Ну, к сожалению, они не копятся, вот как раньше было. Они там как-то удаляются. Поэтому, что сейчас придет, а то и прочитаю. Ну и ваши заявки, друзья. В последнее время даже страницы не подвисают, потому что их немного. Вот, 36 заявочек всего. Пляк-пляк, мало заявок. Ваши подарки. Подарок от Цука Тян. Про энд Лоло. Про энд Лоло. Жлуки. Сашик Паша. Фристл. Прив из Авы. Ангел. Лиза. Уберланда. Даш Шоколад. Дэд Юникорн. Кот Тив. Деник. Кролька Крош. Дядя Мот. То есть тетя Мотя, это дядя Мот, да? Лими. Мамаев. Кокорин, о боже, да, их же выпустили, поэтому опять начали их именами называть смешариков. Саня, Егор Мама, Тимир, Настя, Костя, Ангапетус, Смеш, Миша, Смеш, Про, Прикол, Собачка, Ро, Эли Джин, Марсель, Пиратка, о, Пиратка не поместилась. Ну вот как-то так, с подарками и ваши открытки. Опять про НЛОЛО. Так, заспамил. Вики Шоу, Ангел, Прив из Авы, Даш Шоколад, тех, кто подарки отправлял. Зефир Кит, или Зефир Кит, Анжелика, Смеш Крян, Тимир, Настя, Стрим Санс, Влада 7 лет, Пинки Пай 122 года, да? Пиратка 710 лет, Супер Шарик К2, Соня Мими, Дядя Мот, Кристина СВ, Ева Вилкова, Месси, Аделина, Паучок, Рома, Ярка, Шара Веа, и Крош Китя 2018. Много открыток, почти все разные, кроме первых. Так что кому прилетел привет
Еще раз привет, в общем. А, и сейчас ваш шарафон, точнее, ваше сообщение, что у меня уже язык заплетается. Секундочку, заказы выполню. Так, возьму старенький шарафон свой, который меня никогда не подводит, в отличие от этих новых шарафонов. И мой любимый вот этот разноцветный. Разноцветная перчатка. Привет, меня зовут Даша. Желаю тебе удачи, спасибо, передай привет. Передаю, с удовольствием. А куда же без грабителей? Уже страшно в игру заходить, сразу ограбят прям. А где достать ковер-самолет? Ну не знаю, наверное, попасть в сказку нужно. А там будут ковры-самолеты. А кто у тебя любимый ютубер, которого ты смотришь? Ну на самом деле, времени смотреть других ютуберов у меня нет абсолютно. Записываю ролики, работаю там и все такое прочее. Соответственно, времени не остается. Смотрел раньше все видео Ивангая, но он уже там полтора года не записывает ролики. А жаль, кстати. Скажем так, земелья мой тут буквально 120 километров между городами. Он под Кривым Рогом жил, а я тут тоже, в принципе, недалеко обитаю. Ну, в общем, это по поводу ютуберов. Привет, передай всем конфет. Не, мне больше нравится так. Передай всем... Не, привет передай всем. А потом, ну, конфет. Потому что конфет я никак не могу передать, а вот привет и пожалуйста. Это вот как казнить нельзя помиловать, да, запятую поставьте сам, так и здесь. А если привет передай всем, запятая, это уже смысл другой. Также привет дашь шоколад, то есть там вот дашь конфет, здесь дашь шоколад. Одни сладости. Сладости много, если то вредно. Я бы сказал лучше там дай яблоко или дай банан, да, это было полезнее. Танк Т-346, ух ты. Передай привет. Передаю. Я так уже подумал на паузе, это ж, ну, не Т-346, наверное, а Т-34Б, типа, модификация, да, то есть Т-34 знаю, 346 не знаю. Так, на старом шарафоне закончили сообщения, посмотрю-ка я еще на новом. Кстати, народу довольно-таки много, удивительно. Не знаю, как где, но вот у нас здесь в Украине у детей... В этом случае у младших сегодня последний учебный день, а потом неделя выходных, каникул, даже больше получится, суббота-воскресенье, потом еще неделя, 9 дней. Так что, наверное, как это сказать, онлайн в шарарами увеличится, да, особенно в утреннее время. Обычно все там в школе были и так далее, сейчас школы не будет, так что народу больше будет. О, сколько много сердечек, спасибо. Так, привет, привет. Просит передать смешарик с ником Анжелика и подруге Диане Соколовой. Ага, передаю. Оказывается, у меня тоже есть такой стикер, вот я снимаю, я даже не знал. Он просто Pinkie Pie прислала, да, типа там, когда ты будешь снимать и так далее. Я увидел этот стикер, думаю, блин, классный стикер, мне бы такой. Оказывается, он у меня есть, да, прикольно. Спасибо, что напомнили, я вот видите, узнал. Так, серьезно, такой классный. Как раз для меня в тему, да? Елисей Чик-Чик еще в апреле писал, да? Попал в видео, мечта, чтобы я ответил. Ну вот, что-нибудь приятное. А что приятное? О, кстати, вот классный стикер. Типа, ну, как там? Правильно это выражение называется, не знаю. Айла написала еще год назад, да, поиграй в зомби-манию, ну или зомби-ферму. А, кстати, я записывал ее недавно часто, но мало по ней просмотров, а поэтому чуть задвинул я пока. Но вот, кстати, глянул, сейчас там события происходят с Хэллоуином. Может быть, надо зайти и глянуть. Если мне понравится это событие, то, возможно, запишу его. Есть лишний смеш, хотя бы 65 уровня. Даже первого уровня лишнего нет, честно, ни одного нет, кроме моего. Так что я это говорил всем и всегда. Я никогда не играю двумя персонажами ни в одну игру, потому что это... Во-первых, это неправильно, во-вторых, это нечестно, в-третьих, это занимает кучу времени, прокачка персонажей, так что зачем? Лучше одного качать и никуда его не девать, никому не отдавать.
Так, привет, Бум Фрим. Ангел пишет, да. Это правда, что ты снимаешь? Мне просто друзья сказали. А, да, где-то так. Балуюсь иногда, немного записываю. Привет для Лизы также отправляется. И для Вики. Куда ж тебе денешь, Вика? Тем более, тоже вот раньше писала. Уже давно. Смотрите, и в январе. И в сентябре 2018 года. Привет, ты снимаешь видео с Шарарамом. Вот год назад сообщение, видите, было. А вот только сейчас оно мне ко мне пришло. Вот такое бывает. Также привет для Марии Розы. Вот тоже сообщение, которое, видите, еще с прошлого года остались. Там сними том 2 и так далее. Я, кстати, том 2 записывал пару раз, но потом как-то вот перестал. Там, наверное, тоже куча обновлений уже вышла. Вот я начал возвращаться к тем играм, которые раньше записывал, а потом забросил их, потому что там новенького ничего не было. А вот теперь спустя там год или полтора, или два даже, в некоторые игры заходишь, там столько всего новенького, намного, ну, как бы интереснее, опять интерес к ним появляется. Так что заказывайте какие-то игры свои любимые, которые, может быть, раньше я записывал, или которые даже просто не записывал, а советуйте, обязательно их запишу. Ваня, а ты видел перья? Да, вот два пера уже видел. Видео-то есть. Ну вот, кстати, и все. Сообщения ваши закончились. Уже так солидно подтормаживает, потому что народу много. Ну, я на этом наш обзор сегодня завершаю. Надеюсь, вам понравился выпуск. Возможно, кто-то еще не смотрел квест про пиратов. Точнее, про пиратов. Про пиратов и про привидения. В любом случае, если вам понравилось, то поддержите это видео своими лайками. И оставайтесь с нами. Скоро продолжение. Пока-пока.